удобно. Чудовищ, но сядь, да. Как тебе захочешь. Я тут вдалеке от всего. А, мы настраиваем сейчас вот такой, да, ты сказал, процессор. Все просто. Итак. Че, полтинчик? Полтинчик. Еще, но мне кажется, это не формат замечательного места алиби, как мне кажется. Так, ты знаешь, как вы считаете? Ты не знаешь, что здесь творится по субботам? Да? Здесь еще не такой формат, еще не такие песни поют, ребята. Но у нас манерная передача сегодня. Ну да, мы сегодня, да, приближаемся к стандартному. Да, приближаемся к европейскому шоу-бизнесу. Да. Как в цирке, да? Типа, расскажите нам что-нибудь интересное вообще. Как вы гастролируете, куда вы ездите, где вы работаете? Что это вообще как бы за направление, которым вы занимаетесь? Ну, скажем так, дуэт Дюсет – это такая живучая система. В худшие времена мы выглядим как дуэт. При хорошем бюджете, да, и хороших предложениях у нас коллектив расширяется значительно. Человек до 100. Человек, да. Да, пожалуйста. Пятерых нам хватает. Очень хороший музыкант, очень известный музыкант. Ездим по миру, работаем в клубах. Если это не будет рекламой, могу пригласить на концерт 22-го. У нас два концерта с Лианой. Это в клубе Нунинг. Савинская набережная. Да, Савинская набережная. Вы там только не забудьте на Савинской набережной сказать, отрекламировать алиби и сказать. Знаете, мы совсем недавно снимались в клубе алиби, это еще был период дом 9, приходите к нам. Ну, в принципе, это тоже выглядит. И в этот же день можно с нами переехать в клуб B2 и посмотреть на нас там в 23.00. Так же, как и в следующую субботу. Если вам не хватит еще раз посмотреть, можете потом поехать с ними еще домой. К ним на кухню и попить. Ну, это как вариант. Скажите, а вот есть что-нибудь у вас все-таки веселое, такое вообще смешное какое-нибудь? Мне просто всегда подбивает веселое, потому что зал сразу начинает реагировать, начинается сумасшествие. Ну, скажем, что у нас песни в основном лирические, грустные, про любовь. А, понимаете, эта тема, она не всегда воспринимается со знаком веселья, она более такая, скажем... Интимная. Интимная, да. А что-нибудь интимное есть? Вот, вообще, прям интимное. Раз так все, на ночь люди смотрят нашу программу, и так интимно начинает зависать. Кто там орет так громко? Я даже ничего не слышу. Нас не слышат. Ну, для интимной истории мне опять надо... удалиться к оркестру. Удаляйся к оркестру. Я думаю, мы споем красивую интимную песню на русском языке, да? Итак, интимная песня на русском языке. Красивая, интимная песня. Как песня называется? Речка, давайте. Песня называется «Речка». Речка. Про ту ли речку я подумал, про которую вы будете петь. Пока я вынужден заполнять паузу, потому что... Александр у нас очень хорошо нажимает. Кнопки? Такие кнопочки для специальные. Саша, нажми специальную кнопочку уже. Да, к сожалению, некому здесь это делать. Но в атмосфере непринужденной импровизационной ситуации в этом замечательном клубе мы исполним песню. Да. Споем грустную песню про любовь. Песню моего товарища, которого с нами уже нет, к сожалению. Мы не будем о грустном. Сидя так вот за столом. Я искал тебя, находил других, и
на правильном берегу. Без тебя никак не могу. На другом берегу реки я искал тебя, находил других. И на правильном берегу без тебя никак не могу. Узлые лица смотрят нам вслед взглядом холодным и колким, как лед. Ты меня видишь, а я тебя нет. А может быть наоборот. Я тебя вижу, а ты меня нет. А может быть наоборот. На другом берегу реки я искал тебя, находил других. И на правильном берегу без тебя я никак не могу. На другом берегу реки я искал тебя, находил других. И на правильном берегу без тебя я никак не могу. Еще надо нажимать, понимаете? Друзья мои, я рвусь на честь. Хочу сказать такую вещь, она как бы такая, в общем-то, вещь-то такая, в общем, что у нас, к сожалению, время подходит к такому небольшому, концу. Вот, и мне бы хотелось, чтобы, ну, что-то такое интересное, веселое, что-то все-таки прозвучало в нашей программе сегодня от вас, от дуэта Дюсет. Вот, пожалуйста, это первая веселая вещь, которая только что прозвучала. Ну, давайте мы, я не знаю, споем песню про любовь. Опять же, да какую-нибудь, сейчас я поищу. Да, какая-нибудь песня про любовь. Я не знаю, здесь танцевать надо, понимаешь? Ну так станцуй, Сань, что? Так на что же я, а зритель на что? Зрители, конечно, могут танцевать, но мы их не увидят другие зрители. Вы можете танцевать у себя дома около своих ноутбуков. Можете танцевать, можете и не танцевать. На самом деле. Можете. Хорошо, дискотека. О грустной, неразделенной любви. Поем хором. All the lonely nights.
Танцевали все! Танцевали все, даже на улице проходящие люди. В этот столь поздний час с нами вместе танцевали I Love You, Baby. Ну что ж, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Можно сказать, она подошла к концу еще до того, как я сказал к концу. Но она уже подошла. Я хочу напомнить, у нас был дуэт Дюсет. Да, дуэт Дюсет — это Александр Антонов и Ильяна Майстер. Поприветствуем. Александр Майстер. Спасибо, друзья. Мы вещали из Щелкового переулка, дом 9, но не думайте, что мы во всем доме вещаем. Мы вещаем из клуба «Алиби». Сегодня была очередная программа, которая была посвящена совершенно разным стилям, направлениям и течениям. Здесь мы сегодня и встречались с большим количеством, в количестве трех человек, с известными людьми. И потом еще в количестве двух человек еще тоже с известными людьми. На самом деле, наверное, нас уже не снимают, да? Снимают еще? Ну тогда до новых встреч, друзья мои! До новых встреч! Любите друг друга и будьте счастливы! Обязательно будьте счастливы!